Всем привет. Короче, подсела я опять на сериал «След». Когда делать нечего, занимаем свою голову всякой ненужной информацией. Вот. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Сегодня у меня стиль Мэрилин Монро. Только у меня волосы подлиннее немножко. Прям захотелось выглядеть сегодня именно так. Что смотришь? Смотрю «След. Мнимый живой». Вот. Кого-то там похитили, кого-то не похитили. Короче, вот смотрим. Так, а я подсела сначала на «Игру престолов», потом на «Менталист». Но я присела, знаете, так, подсела-то на вечер. Больше-то я смотреть и не буду. Александра, здравствуйте. Планируете ли вы развиваться в каких-то других сферах бизнеса, кроме продажи одежды? Ну, конечно, мне кажется, каждый человек хочет развиваться, и если он видит хорошую среду для развития и прибыльную, то он обязательно туда залезет. Привет, красотуль! Привет! Привет всем! Кто чем сегодня будет, кстати, заниматься? У кого какие планы? Лютая Багира. О, Господи, ничего себе. Определили. Это очень глупо, если нравится мужчина, которого видел один раз в жизни год назад. Но я считаю, что это не очень глупо. Может быть, здесь хорошо подойдет понятие «любовь с первого взгляда». Задумайся об этом. Очень красивая, спасибо большое. А у меня машина RAV4. Как же вы мне нравились на доме 2. Боже, такая редкость говорить правду в глаза. Я мечтаю так научиться делать. На самом деле это очень сложно, когда тебе надо сказать то, что ты считаешь, то, что ты хочешь сказать. Но есть переживание, что люди тебя просто не поймут. А даже если люди поймут, то они это очень сложно воспринимают. Так что тяжеловато мне жить с моей правдой. Самое-самое красивое. Спасибо большое. Спасибо. Мне вообще так идет или не очень? Как вам мой макияж? Мне кажется, прикольно, да? И стрелки ровно намазюкала. Ты на обезьяну похожа. Ну, я очень рада, что обезьяны такие красивые, как я. Александра, вы очень интересная личность. На самом деле, я считаю, если человек личность, то любой человек уже при этих качествах интересный. Ты лучшая в мире красавица, спасибо. Привет с Ростова-на-Дону, спасибо. Стрелки ровно, хорошо получились, да, я с вами полностью согласна, прям очень хорошо. У меня еще очень-очень крутой от Липинской бренд костюмчик сегодня. Короче, я вся на классике, вся такая вау. Привет из Коломны. Коломна, привет. Ты в Калининграде? Нет, я пока не в Калининграде, уже на следующей неделе буду. Сашуль, ты как дама из 30-х годов. Это я так старо выгляжу или так стильно? Мне нравится иногда, если честно, такой стиль. Уложенные локоны, вот, приглаженная прическа, стрелки, красная помада. Какой-то есть в этом свой шарм. Кто лучшая подружка? Это моя тайна, я вам не расскажу. Можно вас вопрос, сколько зарабатывают домовцы, старички? Просто спросили, спорили с друзьями. Ну, раньше зарабатывали по 150 тысяч.
Сейчас как? Ну, я думаю, так же, наверное. Вот. Губы неровно. Ну, наверное, губы неровные, вот и неровно. Все, не ищите изъяны во мне. Достаточно. А, так. Ну да, наверное, неровно. А может, губы неровно? Ну, короче, мне похер. С Юлькой, да, общаюсь. Не, я не курящая. Привет из Белоруссии. Привет. Привет, Белоруссия. Очень красиво. И знак вопроса. Это мне вопрос? Ну, считаю ли я себя красивой или что? Да нет, хорошо. Да мне тоже кажется хорошо. Куда я собралась? Ну, сейчас я думаю. Еще думаю, куда я собралась. Но обязательно куда-то, потому что совсем скоро уже вылетаю в Калининград. Начнутся серые будни сурка. И хочется получить колоссальное количество эмоций для того, чтобы зарядиться на позитив. Вот. Не думаешь вернуться на Дом 2? Нет, не думаю. Субботний вечер какой компании будет? Субботний вечер? Не скажу. Потом все покажу в сторис. Привет из ХМАО игры. У нас снега навалило. Снега навалило. Слушайте, но я как бы это... здесь в Москве. И уже похолодало, завтра будет еще холоднее, так что, да, погода испортилась. Саш, ты, Саш, похожа на Монро. Но да, это стиль Монро. Я ее очень люблю, так что иногда я под нее даже кашу. Сашуль, привет, как удается быть всегда в хорошей форме? В хорошей форме, ну, во-первых, я не ем... Соленая, перченая, жареная я не очень люблю. У меня рацион еды, я могу, в принципе, поесть моцареллу там с фруктом. Сейчас я тащусь от дыни с моцареллой. И все, мне этого хватает. То есть я питаюсь неправильно, но я стараюсь питаться правильно. Вот так. Не, похоже на Седокову. Ну, сколько можно уже? Ребята, давайте я буду похожа на кого-нибудь другого. Вообще, я похожа на саму себя. Так, привет, красотка. Привет. Привет. Пока. Пока. Молодого человека нашла. Где была за границей? Ой, я была Берлин, короче, Германия, потом Польша, Литва, Египет, Турция, Таиланд. Это вот то, что я сейчас помнила. А там еще надо подумать. А, в Китае была. Короче, надо думать. Которая играла «Черную вдову». Что в «Черную вдову»? Не поняла. Как дела? Дела отлично. Я в ожидании вечера. Потому что это крайний выходной мой. И, соответственно, я его хочу. Крайне... Да, вот здесь, да, я, короче, накосячила с губой. Крайне круто, короче, провести. Вот так. Чуть-чуть надо будет вот здесь подкрасить, будет нормально. Так, Дубай, точно, в Дубае я была. Ой, я забыла. Так, Сашуля, коза такая. Ого, летишь с нами на Гоа? Наталья, я не понимаю, о чем речь идет. Волосы нарощенные, больше не делай, тебе сейчас очень круто. Ну да, мне, в принципе, это все говорят. Кстати, я покрасилась, меня Ниночка покрасила. Немножко мы затемнились.
Вот, и как обычно я люблю холодные оттенки. Сделали холодный оттенок. Мне кажется, мне даже очень хорошо так. Креветки будешь? Ой, да, люблю креветки. Очень. Не думала о возвращении на проект? Ну, на самом деле нет, потому что, во-первых, очень быстро происходят события в жизни, вот, и мне некогда было думать. А во-вторых, ну, там все молодые, дорогу молодым, как говорится. Я-то уже прожила это время, когда было актуально мне быть на Доме 2, а сейчас актуально быть немножко другим людям. Тем более я не выживу вот в этом лицемерном обмане, в котором живут там ребята. Мне это будет очень сложно. А моя правда, ну, как бы она, в принципе, опять-таки ж никому не нужна. Здравствуйте, Крытков Илья. Я видела, что вы мне прислали видео. Ты с ребенком? Саш, скажи твое мнение о друзьях Дашки. Ну, мое мнение, что деньги, которые она получила за эту историю, того не стоят. Вот, а так молодец, очень хорошие актерские данные. Я, если была бы каким-нибудь режиссером, продюсером, я бы ее обязательно взяла бы сыграть какую-нибудь сцену, когда она, например, бежит от волков. У нее бы хорошо получилось, мне кажется. Или когда ее насилуют семеро. Тебя не хватает и многих стареньких участников. Но нас не хватает, потому что мы как-никак все равно были искренние. У нас были искренние эмоции. Мы действительно хотели остаться на Доме 2. У нас было соперничество. И, в принципе, мы всегда думали, что сказать, что, как правильно сделать. А сейчас ребята, ну, живут для себя и живут. Ну, выгонят и выгонят, и все. А без них нельзя? Ну, нет, нельзя. А, можете воспринимать это как мое мини-кокетство. С Базовой не общаюсь, даже не знаю, кто такая Базова. Сколько тебе лет? Мне 29-й год. Фак, мне 29 лет, скоро будет. Так, да, раньше было интереснее смотреть. Ну да, раньше была любовь, а сейчас любви нету. Все это игры. Сань, а ты с Кратковым на какой волне? На волне родителей. Мы уважаем друг друга, мы любим друг друга как родители. То есть как люди, которые, у которых когда-то была любовь, были эмоции, была страсть. Ну, более того, выглядишь на 18. Ну, дай бог, это очень-очень-очень приятно. Вот, Саш, конечно, Бородину люблю. Саша, есть новинки? Да, конечно, заходите в Гозия с нижнее подчеркивание шоп. Любви не было, были скандалы и драки круче. Как раз таки круче были, потому что были эмоции, а сейчас эмоций нету. Что делаешь? Делаю, сижу, смотрю телевизор, разговариваю с вами. После позвоню своей малышке, пообщаюсь с ней и буду собираться на гулянку. С участниками Дом 2 встречаетесь, по-дружески общаетесь хоть? Я нет. Я не общаюсь. Андрей, привет. Тебе Бузова нравится? Ну, я не могу сказать, что мне Бузова нравится, но я неплохо к ней отношусь. Я к ней никак не отношусь. Давай. Выйти в прямой эфир. Что-то скидывает. Была романтика, а сейчас тухляк, все ради хайпа. Ну да, мы раньше не думали об этом. Меня, как это, не то что заставляли, но мне постоянно говорили, делай Инстаграм, делай Инстаграм. Я даже об этом не думала.
Когда можно сказать, что любовь прошла, когда тебе все равно на человека. Вот, наверное, тогда. И правильно, не общайтесь с этими вонючками. Они не вонючки, они нормальные все люди, адекватные. Просто, ну, мы по разные стороны. Что-то ты загуляла, почему ведешь себя как проститутка? В смысле? В смысле как проститутка? А, ну, короче, мои подружки здесь все в сборе. Лера тоже привет, ржет. Угу, понеслась. Бородуля, да, нравится. Куда тусить едешь? Не знаю. Где ж с нами, не поняла. Нас летит банда на Северный Гоа. А какая банда? Кто летит? Я вообще не понимаю даже, кто это мне пишет. Почему ушла с дома 2, ты там самая нормальная была? Ну, вот, и, наверное, из-за того, что начала сходить с ума и потихонечку начала уходить. Там реально иногда пишут сценарий сцен или ссора ради интереса? Нет. Там реально есть провокации, не более того. А что, плакать-то? Ой, слышишь ты, блин. Что, вы куда-нибудь идете сегодня? Пушка яркая, позитива тебе. Спасибо, мы с семьей тебя любим. Спасибо. Короче, мама, я на тебя обиделась. Почему вы на меня обиделись? Сделай же есть, ну, что, Андрей, я тебя не понимаю. Бородина от тебя отшила, потому что много пиздец. Чего? Научи, Саш, как общаться с бывшим мужем. Ну, мне кажется, это все приходит со временем, когда ты понимаешь, что у вас ребенок, чувств нету, ребенок любит и тебя, и... Ага, Ваешкова. И папу любит. И вот на этом фоне начинается новая история. То, что я тебя устрою. Устрою в чем? Саш, ты общаешься с Ефременковым? Да, конечно, мы с Юлей общаемся хорошо. Передай привет Дмитрию Гаврилову. Гаврилов, привет. Куда пойдешь сегодня? Но я еще об этом не думала. Если честно. Вот так. Скрыть. Я запрос отправила. Давай. Какой запрос? Кому? Все, мне, короче, звонит дочь, потому что я...